Здравствуйте, зрители моего канала, с вами Надежда, и в этом видео я вам хочу показать свою коллекцию хайлайтеров. Кому интересно такое видео, оставайтесь со мной, и немножко покажу вам румян. Есть вот такой у меня, очень мой любимый, горячо, хайлайтер от Шисейда, он у меня очень давно, это легендарный дальний свет, такой белый, его долго очень мне хотелось, одно время было помешательство на ютубе. Я искала его, нашла, пользовалась им часто довольно. Смотрите, какое красивое он свечение дает. Прям видно. Деликатное очень. Но потом как-то его подзабросила, может, он мне надоел, переключилась на что-то другое. Ну вот на данный момент вот лежит, не пользуюсь. А вообще вещь просто замечательная, легендарная, как говорится. Есть вот такой от клиник у меня хайлайтер. Тоже пользовался очень долго. Здесь можно смешивать его, и будет у вас больше как такой, как бронзер. И есть вот такой вот очень красивый, достаточно цвет такой необычный хайлайтер. Переливается. Тоже красивое свечение дает. А можно даже как немножечко наносить вот этот цвет, как румяна. Красивый такой оттенок. Или перемешивать просто так, деликатная пудра такая. Но только достаточно чуть-чуть его надо. Очень красивый. Тоже лежит, и тоже как-то я про него подзабыла, потому что много других хайлайтеров. Вот такой у меня есть хайлайтер жидкий от компании Faberlic. Этим хайлайтером я пользуюсь каждый день. Я его наношу точечно, по три точечки над скулой, и вот так вот растушевываю. Смотрите, какой красивый цвет. Деликатный, натуральный, такой красивое свечение дает. Очень мне нравится. Замечательная вещь. Еще один необыкновенной красоты хайлайтер. Это уже коллекция Лолита из нашей компании Литуаль. Забыла, как называется. Вот смотрите, какое оформление. Тут зеркало. Так открывается. Здесь у меня упала такая защитная пленочка. И он дает такое золотое свечение. Золотое, какое-то прям с жемчужным. Очень-очень красивый. На загорелой коже вот такой оттеночек. Не знаю, видно ли. Ну, очень красивый оттенок. Смотрите, какой. Прям вот золотым отливает, если видно. Да, видно. Смотрите, какая красота. Настолько нежный, мягкий помол, что его практически не чувствуется. Как по шелковой ткани вы проводите ручкой. Очень классный. Стоил он, конечно, тогда не бюджетно, где-то 1000 рублей для компании Литуаль. Ну, достаточно хороший по качеству. Мне очень нравится. Лимиточка была у них такая, Лолита. Вот такой хайлайтер из Ивраше. Тоже красивый оттенок. Здесь он прям ощущается, что он немножечко погрубее, в отличие от Лолиты. Ну, красивый тоже. Смотрите, какой. Очень тоже красивый. Хайлайтерами я пользуюсь каждый день. Я никогда не упускаю такую возможность. Мне нравится свечение лицу, которое они продают. Обычно пользуюсь я их вот с такой кисточкой. Вот такая у меня есть кисточка от Ивраше, такая пушистая. И ей как я наношу его? Я наношу хайлайтер на кисточку над скулой и начинаю вот прям растушевывать. Я не наношу его полосой, начинаю тушевать. Прям вот получается такой, посмотрите, какой эффект. И сразу на глазах видно, как он полируется. Смотрите, как здорово. Видите? Какое красивое свечение. Вот так вот, такой кисточкой я и пользуюсь. Еще один необыкновенной красоты. Это белорусская косметика. Хайлайтер Голливуд называется. Тоже он, вот он прям шелковый. Он прям как будто вы ручки в масло пускаете. Настолько нежный, настолько красивый. Сразу видно. Посмотрите, какая красота. Необыкновенной красоты. И достаточно бюджетный, классный. Вот прям вот 5 баллов. Обалденный. Еще моя любовь, это была у нас лимиточка в
таком чехле от Шанель, в бархатном мешочке, с кисточкой вот сюда вставляется. Легендарный хайлайтер. Посмотрите, какой. Он прям жемчужный, золотым. Посмотрите, какой отлив. Это сказка. Это просто его вот я использую. Ну, только на какой-то выход. На каждый день. Мне даже его прям жалко. Настолько он красивый. Обалденный. Обалденно, посмотрите. Ну, это вообще шикарная вещь. Даже пользоваться жалко. Люблю, пользуюсь вот только по праздникам, по каким-то, чтобы произвести вау-эффект. Упаковочка такая прям. Кисточка достаточно мягенькая, очень удобная. Классная. Ну, Шанель, как всегда, на высоте. Ну и давайте покажу вам свои пудры. Ой, пудры, простите, румяна. Это тоже Шанель. Оттеночек такой естественный, красивый. Мне нравится, что у них вот эта штучка. Я ее не убираю никогда, потому что если упадет, то во всяком случае все на месте останется. Наношу я румяна вот такой кисточкой. Мне нравится. Я не использую кисточку другую. Хорошо наносится. Посмотрите, какой цвет такой, более натуральный. И блесточки присутствуют. Такие красивые. Очень красивые оттенок румян. Люблю их. И я хочу сказать, вот румяна вот эти от Шанель, они неубиваемые. Они у меня, наверное, лет 5, я не знаю. Но не заканчиваются, наверное, и не закончатся никогда. Еще одни румяна от Шанель. Пользуюсь я ими каждый день. Тоже пользуюсь такой кисточкой. Вот тут уже ямочка. Но, опять же таки, им уже года 3. И пользуюсь я ими каждый день. Не знаю почему, за счет чего они так долго используются. Ну, просто классные. Они хорошо спрессованы, они плотно набиты, и они легко набираются. Румяна просто классные. И вот такой кисточка, как я уже сказала, пользуюсь. Мне нравится. И не убираю никогда вот эту штучку защитную. Всегда у меня здесь она присутствует. Потому что если упадет, как я уже сказала, то все останется на месте, как бы держит. Мои любимые вот румяна на сегодняшний день. Пробовать что-то другое не хочу. Брала я наборчик такой от Faberlic, в котором присутствует румяна. Но вот эти у меня румяна, это моя любовь на данный момент. Еще есть вот такие у меня румяна от Clarins. Тоже мне нравятся, но они очень сильно пигментированы. Красивый персиковый цвет дают, и я им чаще всего пользуюсь, когда лицо у меня загорелое. Тоже я не убираю вот эту защитную штучку, пластик вот этот. Потому что, как говорится, предохраняет. Всегда у меня на месте он. Мало ли что упадет. Ну вот я, как уже сказала, они такой имеют красивый персиковый оттеночек с золотом. Посмотрите, видно даже, да? Золотой шиммер такой красивый. Очень красивый. Здесь они, у них текстура немножечко погрубее, чем у Шанель. Чувствуются прям вот эти крапинки. Ну, тоже нежные. Но в сравнении с Шанель, я имею в виду, ну, тоже классные. И вот их я использую летом. Потому что оттеночек более такой насыщенный. На загорелую кожу. А так как я очень бледнолицая, то для меня сейчас вот те Шанель очень подходят. Ну все, дорогие зрители, спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, было вам полезно. Всего вам доброго.